Привет, друзья! Сегодня мы помедитируем вместе с Ильдаром. Ильдар, скажи, пожалуйста, какая техника сейчас поможет всем зрителям погрузиться в медитативное состояние, чтобы мы вот взяли, сыграли ее, и, может, сыграли те, кто еще хотят, закрыв глаза? Да, сейчас вот предлагаю технику такую, которая успокаивает ум, дает умиротворение. Это медленное дыхание с гласными, с артикуляцией ИЯ, АЯ. Вот, ну, примерно 30 секунд, и потом 15 секунд где-то задержка дыхания также с этой же артикуляцией. И так вот чередуем. Угу. Поехали? Да. Ощущение, как будто цвета чуть-чуть даже поменялись. Такое какое-то глубокое состояние. Умиротворенность. Да. Прикольно. Ребят, напишите, у кого какое самочувствие, состояние сейчас произошло в комментариях. Нам будет очень интересно, чтобы дальше эту тему двигать. А те, кто тоже попробовал в этой технике поиграть, тоже напишите, что вы прочувствовали. Вот, Ильдар, если вот эту технику играть минут 5-10, то вот вообще, наверное, можно дзена достигнуть. Ну, такое, да, состояние спокойствия, ровное море, штиль на море. Благодарим вас, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем еще публиковать такой контент с медитацией. We'll be right back.